Вечер симфонической музыки из произведений гения эпохи классицизма великого Вольфганга Амадея Моцарта под названием «Майский вечер» с Моцартом представили солисты и симфонический оркестр театра «Астана-Опера». Руководил музыкантами заслуженный деятель Казахстана маэстро Абзал Мухидин. Идея сегодняшнего концерта, она была инициирована нашими концертмейстерами групп. Это Абельханова Айслу, Алексей Косарев, Айнур Камалова и Толкын Келебаева. Вот. Они вчетвером сегодня будут представлять львиную долю программы. Разнообразный микс звучания скрипки, альта, флейты и арфы предложили в этот вечер посетителям камерного зала «Астана-Опера» вышеозвученные талантливые исполнители. В программе вечера прозвучали такие произведения, как концертная симфония для скрипки и альта ми-бемоль-мажор, концерт для флейты и арфы с оркестром до-мажор и, конечно же, симфония номер 29, одна из наиболее известных ранних симфоний австрийского маэстро. Она очень компактная, небольшая, очень вписывается в ощущение весны. То, что говорит в этой симфонии Моцарт, это о любви, наверное, и в первую очередь о любви, наверное, матери к сыну. В библиотеке первого президента Республики Казахстан состоялось открытие фондовой выставки «Мир чайных традиций». Выставка поведала посетителям о тонкой филигранности китайской и японской чайных церемоний, об объединяющем действии чайных традиций среднеазиатских стран и особенностях банкет чая стран европейских. В наши дни и в Казахстане вполне сформировали свои чайные традиции. Если не ошибаюсь, Казахстан занимает 10-е место в мире среди стран, больше всего потребляющих чай. На первом месте Турция, на втором Ирландия и затем вроде бы Марокко. В нашей стране на каждого человека приходится по 1,5 килограммов чая. На выставке были представлены более 100 самых разных и зачастую уникальных экспонатов из музейного собрания библиотеки, которые иллюстрируют культуру чайных традиций различных народов мира. В экспозиции были представлены практически все основные типы чайной утвари. Чайные и кофейные сервизы, сосуды для воды, самовары, сервизы легендарной мессинской мануфактуры, предметы из костяного фарфора и несколько работ гжельских мастеров. Мы охватываем период, начиная с появление чая на территории Китая, распространение его в Южную Корею, Японию, затем по Великому Шелковому пути в тюркские государства и далее в Европу. Здесь на выставке представлены работы китайских мастеров, мастеров Японии. Национальный музей Республики Казахстан в очередной раз принял участие в акции «Ночь музеев», посвященной Международному дню музеев. Тема акции в этом году – «Музей, устойчивость и благополучие». В этой связи Национальный музей представил для жителей и гостей столицы масштабный историко-познавательный проект «Музей в потоке времени». Основная цель акции – повышение престижа музея посредством уникальных мероприятий и программ, посвященных историко-культурному наследию. Часть мероприятий прошла уже в первой половине дня. Значит, сегодня мы провели симпозиум, где принимали участие сотрудники региональных музеев. На этом симпозиуме мы обсуждали актуальные вопросы учета и хранения музейных предметов. Также в первой половине дня мы провели тематические экскурсии и лекции для учащихся школ. Вечером началась основная часть мероприятия в рамках акции. Выставка изданий Национального музея Республики Казахстан и книг издательства «Алматы-Кытап», экспозиция «Исторические личности в образе кукол», выставка и мастер-классы службы консервации и реставрации музея, ярмарка ремесленников, театрализованные экскурсии и игры-квесты. В проекте «Звездный гид» в этом году приняли участие известные историки. На праздничном вечере также выступили этнофольклорный ансамбль «Куркыт», духовой оркестр Государственной академической филармонии имени Рахмадиева и театр танца «Контраст». А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 24 мая на сцене областного музыкально-драматического театра имени Кусаинова состоится психологическая драма «Кадыр Тана». 24 мая Дворец культуры имени Жансугурова отметится концертом «Великолепный век» в исполнении не просто оркестра. 24 мая в Конгресс-холле в Туркестане пройдет концерт «Алтай Шығыстың бесігі».